Давайте, давайте еще поиграем. Ну нет, хватит. Мне надо идти к экзамену готовиться. Андрей, кем ты хочешь стать, когда закончишь школу? Моя мечта стать таким, как папа. Быть нужным и полезным людям. Это как? Быть нужным и полезным людям? Папа, объясни Кириллу, как это? Да, ребята, выбрать профессию непросто. Каждая профессия приносит пользу. И твоя тоже. Давайте посмотрим, так ли это. Быстро собирайтесь, у меня есть идея. Смотрите, дети, это обогатительная фабрика, на которой я работаю. Здесь много разных профессий. Но зачем мне все нужны? И зачем нужна фабрика? Люди на фабрике заботятся, чтобы жители нашей страны и мира получали лучший уголь, который будет отапливать их дома. Можно посмотреть, что внутри фабрики? Давайте посмотрим. Здесь много машин и конвейеров. Тяжело здесь работать? Конечно, каждый труд тяжелый. Но ты можешь выбрать, который тебе по плечу. Как найти мне ту профессию, которая будет по плечу? Здесь все зависит от тебя. Подумай, что тебе нравится делать. И чем ты хочешь помочь людям и стране. И обязательно найдется профессия, которая будет тебе по плечу. Папа, с тобой всегда так интересно. Да, папина работа трудная. Теперь и я мечтаю стать таким, как папа. Согласен. Но самое важное, что папа глава нашей семьи. Он всегда помогает нам во всем и защищает нашу семью. Он наш друг и наставник. Мы правда гордимся нашим папой.